Завод «Авиаагрегат» совсем недавно ввел в строй хенинговальный станок. Новое оборудование предприятие получило по федеральной целевой программе. О перспективах завода и Самары в целом говорили сегодня на встрече с главой города Олегом Фурсовым. Город приводится в порядок. Уже к 2018 году планируется сделать больше, чем за 25 предыдущих лет. А чтобы все проекты были реализованы, Самаре нужна мощная поддержка. Регион может привести в Госдуму 7 депутатов, которые будут защищать интересы Самары. Для этого и нужна активность на выборах. Настало время, когда мы должны избирать людей, которые должны решать вопрос развития территории, будь то город, будь то регион. И у нас есть сейчас шанс, конечно, вот объединившись, проголосовав дружно, выбрать до 12 человек в Государственную Думу. Это будет очень серьезное лобби, которое обеспечит развитие Самары. Глава города ответил на вопросы сотрудников завода. О местах в ясельных группах, транспорте есть и более личные. Хотел бы тронуть проблему долевого строительства. Тоже очень многое сделано. Но есть такие застройщики, вот как «Прогресс-Н», он требует доплат от дольщиков. Правомочно это или нет? На одной из встреч губернатор озвучил такой подход. Если среди этих дольщиков есть бюджетники, да, и люди с невысоким достатком, выработана будет отдельная программа поддержки, где эти доплаты, ну, может быть, даже в полном объеме возьмет на себя бюджет. Вопросы, которые не успели озвучить на встрече, главе города передали письменно. Все они взяты на контроль. Валерия Макарова, Константин Головин. События.